Ну, не их, конечно, а именно как они играют. Так, поехали, поехали. Векторман, Мелина. Интересный выбор. Нет, все-таки Джакс. Возвращается к Джаксу. Оно и понятно. В принципе, Валет 7R остается на Кейджа. Еще раз напомню для тех, кто не помнит, что Влади это тот самый игрок, который играет только на листе, он никогда не изменяет свою вариацию, что бы ни случилось, и, соответственно, показывает нам только игры за Кейджа. Так, поехали. Ой-ой-ой, очень наглый прыжок от Джакса, и не прочитал сейчас Влади, что будет оверхед. Джакс ничего не боится, он просто лезет всеми возможными способами. Владимир выезжает экс-шедоу-киком из угла, но положение сейчас у него не очень хорошее, потому что здоровья-то совсем не хватает. И вот он, да, зоненька от Джакса, и ему остается буквально кинуть светофор для того, чтобы победил Кейджа. Да, красный Кейдж очень опасен. Если кто не знает, это такое состояние, когда у него остается мало здоровья, и, соответственно, он начинает наносить какой-то колоссальный дамаг просто. И сейчас Владияр дропает камбу, что сейчас происходит? И, ой, хорошо заблочил Кейдж. И не терпит Векторман, надо обязательно респектить Кейджа, прессинг Кейджа. И смотрите, Владияр сейчас просто наглеет на глазах, он не отменяет в бег, потому что у него нет стамины, он просто дэшится вперед и продолжает свой прессинг во что бы то ни стало. Да, вот это будет камбуля. Приходится брейкнуть ее Вектормену, и нет стамины, чтобы добежать и продолжить свое. Какой хитбокс у колена, вы видели, что что-то произошло? Просто Джакс, он взял из полэкрана коленочкой достал. Так, очень страшные лаги у игроков. Не очень здорово, когда такое происходит. Так, D4 не угадывает, и что сейчас происходит с Влади? Он не может отменить. Да, отлично вылезает в серию Джакса. И сейчас Влади просто понимает, что у него нет другого выбора, нужно тратить весь свой метр, который у него есть. Посмотрите, как он бейтит вот эти вот мувы Джакса, да, он попрессит, отменит, стоит в блоке, ждет, что Джакс сейчас начнет врываться с армором, для того, чтобы наказать его. И в этот раз Джакс не угадывает, это была очень критичная ошибка для него, и Вектор, ой, Влади 7R, он берет первый матч. У игроков очень похожие ники, поэтому я могу сейчас заговариваться немножко. Что ж, ну, достаточно интересная игра была. Не сказать, что в одни ворота, все-таки Векторман знает, что делать с кейджами. И, как мы видели с вами, он уже почти взял второй раунд. В смысле, взял первый, почти взял второй. И Влади тут просто прочитал очень хорошо то, что собирается сделать Векторман, поэтому он, в принципе, выиграл. Ну, как он бейтил, вы просто обратите внимание, да, в следующий раз, если будет похожая картина. Влади, он не просто тупо лезет в прессинг, он сделает там два нормала, отменит его, стоит в блоке, ждет, пока Векторман сделает какой-нибудь иксовый мув, который, в общем-то, очень хорошо наказуем. То есть Влади, он просто сейчас как бог сыграл. Ну, тут коленочка у Кейджа достаточно быстрая. Начинать против него агрессивную игру довольно опасно, потому что могут возникнуть такие ситуации, очень обидный брейкер. Скорее всего, сейчас Векторман бы дропнул в лагах вот эту вот камбу. Ну, вообще, непривычный дроп от Влади. Такое обычно не показывает, у него обычно идеальный прессинг, и отменяет его как надо. Так, Векторман в плохом положении, и вот не рискует обычный свой сетап сейчас делать Влади, обратите внимание. Но после этой серии в углу, который сделает с этим, и, в общем-то, да. Дальше просто что-то Векторман начал нажимать в серию Кейджа, ну и, соответственно, это сыграло. Это Джакса, это было опасно, но тут уже необходимо какие-то действия решительные предпринимать, иначе можно просто слить. Ни у кого нет стамины, поэтому игроки сейчас держатся на большом расстоянии. Вифает коленочкой, не успевает Джакс ничего сделать с этим. И, в общем-то, да. Дальше просто что-то Векторман начал нажимать в серию Кейджа, ну и, соответственно, это сыграло против него первый раунд за Влади. Да, подбежал коленобросок. Отличный сетап от Джакса. D4 в хит, и Влади после этого не стесняется блочить и зачем-то приседает под оверхедом Джакса. Обратите внимание, как Векторман периодически кормит Влади совершенно нелепыми оверхедами. И Влади просто отказывается их блочить. Он как будто специально сидит и говорит Джаксону: давай, сделай оверхед, я жду его. И это действительно работает. Векторман, он просто делает эти оверхеды, и ничего больше не происходит. Итак. Не заблочил второй удар.
не смог сконфермить Вектором, что Влади сделал лукзовый надпанч. Сейчас будет очень больно со стороны Кейджа, потому что прессинг Кейджа в углу — это достаточно мощная штука. И совсем немного здоровья уже остается у Вектормена. Сейчас просто, да, нужно сетап на дамаг сделать. И вот он, тут уже ничего не мог сделать Вектор, потому что колено входило гарантом, даже по армору, а в жизни у Вектормена практически не оставалось. Соответственно, такие вещи у нас не прокатывают в Mortal Kombat X. Армор нужно делать очень осторожно, только если у вас хватает здоровья. Если у вас не хватает, соответственно, вы умираете просто и теряете еще полоску. Ну, на самом деле ситуация была критической, и Вектормен здесь все правильно сделал, потому что он бы умирал в любом случае. Да, но шанс того, что, в общем-то, Влади, он начнет, не знаю, блочить, да, сидя снова, и Вектормен просто возьмет и накажет его за это, он был. Поэтому Вектормен сейчас сделал все верно. Абсолютно верный армор ввел, но, к сожалению, Влади угадал этот момент. Ну, или не угадал, либо он просто полез коленом, не знаю, что будет дальше. И все сложилось достаточно хорошо. Не наказывает Икзовый надпанч, хотя можно было попробовать, Джакс может это делать. Не ест оверхед этот раз, а вот Влади как раз оверхед ест. Хотя это наказание, скорее всего, было. Это уже, я перегибаю палку немножко. Да, отлично поймал на впрыжке Джакса. У Кейджа слишком хорошее колено для того, чтобы не отерить им. И очень уверенный прессинг. Вектормен просто отпускает блок. И вот сейчас можно было бы перейти в наступление, но почему-то только покнуть решился Вектормен, хотел сказать Влади. И как видим, это не очень хороший результат ему приносит. Сейчас нужно вложить все усилия, потому что у Вектормена последний шанс. Сейчас матчпоинт для Вудера, и возможно, что он его и возьмет. Да, снова Джекс отпускает блок, и у него есть две полоски на этот раз, но, к сожалению, двух полосок больше нет, а он продолжает отпускать блок. Зачем ты нажимаешь туда? Господи, что происходит? И вот это, да, колесо противное, которое не наказывается на блоке. И, в общем-то, Влади знает это, и поэтому это жмет. Ну и, по-моему, это все. Я думаю, что эта игра закончена. Да, она закончена, заканчивается в пользу Влади. Влади очень успешный. Проходит у нас в гранд-финал, и мы с вами увидим его теперь там с победителем пары Флэт или Дог. Флэт или Дог. Throne Defender.